Сегодня мы Баряна застримали насчет подмышек небритых. Да. Барян думал, что их нужно не брить. А потом бы вот наступал бы на них. На подмышки. Да, на подмышки. На волосы. Слушай, мы в Ижевске когда торопились, ты же бежал, запнулся бы на волосы на своих подмышках. Пацаны, подожди. На велике не покататься. На цепь замотал. На цепь замотал. Зато сейчас, Барян, смотри, покажи всем. Настоящая акула. Ну что, парни? Нижний у вас тут красиво на набережной. Мне нравится. Я доволен. Так и быть, принимаю ваше предложение переездить. Это тоже памятник, Барян. Не трогай, блин, лучше не трогай, сейчас тебя посадят, в арбитражный суд сразу отправят. А, Барян, нам нужен басист новый. Ребята, напишите там в комментах на ютубе, может кто-нибудь хочет поиграть. Нам нужен басист, барабанщик и еще на всякий случай три человека. Да, идем на Покровку сейчас. Ребята, мне рассказывал, что это самое клевое место здесь. Барян, восхищаешься? Я восхищен, тут очень эстетично. Проголодались с пацанами и, ну, решили, короче, пиццу взять. Мощно, реально мощно. Она тонкая, но она такая огромная. Короче, Витя нам повествует советы от пикап-мастера. В общем, есть такая тема. Давай. Сперва ты должен... Да ты мне расскажи. Да, ты ему. Чувак, есть такая тема, и ты сперва должен изрядно выпить. Первый совет, number one, выпить. Сделано. Потом, сделай так. Готово. Следом ты одеваешь очки. Медленно, главное, да? Да, подожди, вот так. Давай еще медленно. Головой вот так устряхиваешь, одеваешь очки. Это ты болеешь немножко. Медленнее одевай. Кстати, а смотри, Барян такой этот. В очках он такой этот. Брутал. И резко. Отлично. Сейчас, подожди, не улыбайся. И немножко так, голову вниз так. Смотри, а так ты... Давай вот, типа, скажи мне что-нибудь. А, нельзя улыбаться. Сейчас, подожди, сейчас. Говорит на своем несуществующем языке. Сейчас, подожди. Пацаны, не смей, дядь. Кобра. Привет, детка. Пей еще, пей. Еще даже жидкость не подошла. Это то, что нужно. И потом ты должен ей рассказать, кто ты. Расскажи ей. Обязательно должен быть человек, который будет снимать очки у тебя в этот момент. Расскажи ей, кто ты. Я Баряня. Я бухаю. Как бы детальные советы вы узнаете по уже в платной консультации. Да, покупайте мои видеокурсы. Да. Виктор Пикапер. Да. Это просто банк. Это банкомат небольшой. Короче, с пацанами мы сегодня должны были идти на фотосессию. Сегодня целый день стояла жарень, вообще просто адская жарень. Но 10 минут назад начался вот этот капец просто. Вот. Идем на улицу сниматься, самое время. Да. Все очень плохо. Сейчас мы едем к месту нашей фотосессии. Пока я не представляю, где мы будем. Мы знаем только одно, мы опаздываем. Нет, да, мы опаздываем. Потому что кое-кто забыл денежки. Мы решили не произносить. Один из нас, Барян, один из нас забыл деньги, да, Барян? Мы вам все равно не скажем, кто это сделал. Да, Барян, мы не знаем. Мы не выдадим тебя. То есть, ну и так далее. Нет, а вообще круто, там такой интеллектуальный клуб, там такие дискуссы проводят. Мы пришли на место фотосъемки. Сейчас мы готовимся и будем начинать наш мега мощный криповый фотосет. Сейчас с парнями снимали вот в этом месте. Тут очень эпично. Это классифицировать как хочешь. В общем-то, мое мнение совпадает с этим пабликом. А вы? А я работаю. А неважно, в общем. Пригласишь профессионального оператора, организуешь фотопроект, стилистов наберешь, профессиональных моделей, снимаешь усадьбу древнюю, потом увидел 100 просмотров, снимешь какую-нибудь херню, как вы бухали на, не знаю, на выходных,
не знаю, дурью маетесь, без штанов бегаете, все, 500 просмотров, охуенно, блин, что немножко это? Обидно. На превьюшку ставишь какую-нибудь там симпатичную? Это наш нижегородский фотограф, Марсель. А, Марсо. Марсель, Марсо, это одно и то же на самом деле. Тебя так и зовут? Да-да-да, меня зовут Марсель, Марсо, это как... Ну, чтобы не Марсель Михайловна, а просто Марсо. Марсель Михайловна, очень необычно, Марсель Михайловна. Кто-то зовет Марсель Нахаловна. Марсель Михайловна, доски, пожалуйста. Сам не придет, используй голову, чтобы достичь чего-нибудь. Учили нас включать ее, и вот опять готовим лоб, чтобы расчистить путь. Счастливый час сам не придет, используй голову, чтобы достичь чего-нибудь. Учили нас включать ее, и вот опять готовим лоб, чтобы расчистить путь. Наши баллон, всем доступ бетон, идем на пролом, идем на пролом, как ножом рассекаем шаблон микрофон, идем на пролом. Yeah! Уху! Фильм занял эфир, беспечный ясный, беспечный ясный. Уносят сознание в радужный мир, и он снова спит, и он снова спит. Нажинаем за эфир. Мне надо деньги туда. Пароль какой у тебя? Нет, не снимай. А, нельзя сейчас? Не снимай мой пароль. Ладно. Почему постоянно метку уставшую снимаешь, потом засовываешь в видеоблоги свои? Когда это было? Всегда спела. Витя потерялся в магазине, идем его искать. Я думал, ты заблудился. Серьезно, братан? Да. Мне приятно. Миссия выполнена. Yes. Ой, уже 12:05, а у Вити-то день рождения. Давайте поздравим его. Как здорово, что мы не наиграли это все. Наливай, Борис. Давай. Ну, давайте еще. Одни бокалы. Уи! The world's only fears is tall and tall. I pray the God he hears you. And I pray the God he hears you. Where did I walk? Утопили Баряна. Прости, брат. Прости, брат. На балконе сегодня, брат. На балконе сегодня, брат. Спокойная песня здесь, на балконе сегодня. На балконе с тобой. В нижнем. Конечно, в нижнем. Нижний Новгород, Новгород, Новгород. С нами Всевышний и город Нижний. Нижний. Каждый, даже дальний или даже ближний. Все поздравляем Витю, посмотрите, у Вити сегодня 25 лет, посмотрите, совсем взрослый стал. Четверть века, скоро умирать, брат, но это не повод расстраиваться, брат. Прощай, брат! Ты почти умер, но ничего, у тебя совсем еще есть ничего. Года 3 все равно. 28, может, помрешь, ну и что ж, это жизнь. А может, нет, скорее всего, нет. Нет, доживешь до 100 лет. Витя, 100 лет, братан! Гения, этого гения.
Какой воздух, друзья, какой воздух. Какие птицы, птеродактили практически. Женщины красивые на улице. И передай привет вообще всем женщинам Нижнего. И пожелаем чего-нибудь себя. Вы в опасности. Ты должен спасти их. Женщины Нижнего Новгорода, я спасу вас от одиночества. Да. Вызов принят. Начинай. Прыгай прямо отсюда. Все, хватит. Мы не умеем разговаривать, мы можем только... Эмоциями. Сегодня замечательный день. Сегодня у нашего любимого Виктора, гитариста. Ой, он там... Сам не обнимешь, никто не обнимет. Да. День рождения. Мы уже пожелали ему хорошего настроения, чтобы он держался. Побольше замечательных партий. Гитарных партий, от которых девочки будут течь. Речь. Печь. Греч. Офигенно. Это как в том влоге. Офигеть. У Вити не только день рождения, но еще он и паркурщик. Остановись! Как ты это делаешь? Паркур-мастер. Вчера он был пикап-мастер, сегодня паркур-мастер. Игра «Принц Персии» — это про тебя же ведь? Ну и давай, это по моим мотивам снимали. Давай, покажи. Круто! Как это круто все-таки, а? Я всегда завидовал вот этим ребятам, которые умеют прыгать там. А ты же еще руфер, говорят, да? Да, руфер, только у меня нет с собой крыши. Моя крыша осталась в Жевске. Смотри, как он быстро бегает. Ну-ка, покажи. Не догнать. Круто, а? Ты аккуратней, ты чуть ноги не сломал. Подожди. Потом еще музыку эпичную наложим. Смертельный сейчас будет трюк. Блин, круто, а? Фу, аж дыхание перехватило. Вы ведь видели мои клипы, где я прыгал? Да, По крыше этого. Слушай, ну это же очень опасно. Но сейчас вот мы сами как бы офигели, ну реально опасно. Понимаешь? Вот видимо, паркур... прыгаешь ты, а страшно мне. Вообще. Паркур – это в первую очередь философия. Угу. Ты должен чувствовать гармонию между телом, между адреналином. Ага. Ой, спасибо. А у нас влог, но мы все снимаем. Давайте, какой чай? Черный со вкусом лимона или зеленый со вкусом лайма и мята? Давайте лайм. Лайм. Да, все. Мне самое вкусное досталось. Ваше здоровье. И ваше тоже здоровье. Спасибо большое. Камера России. Это же спонтанное желание заниматься паркуром. Блин, опять началось. Господи, Витя опять красный зубы. Господи, мы не знаем, как это лечить. Ребят, в комментариях, пожалуйста, напишите, если у вас есть больные друзья, которые болеют паркуром, которые как бы прошли через все вот эти вот паркурные... Осторожно, машинка. Ну, короче, те, кто были вот в этих горячих точках паркура, да. Как вы боретесь с этим? Как ваши... Мне врач сказал, что у меня паркур головного мозга и что это не лечится. Ты сможешь прямо отсюда, вот как бы с этой ступеньки, прыгнуть туда? В море. Да, в воду. Да. В воду. В море. Можешь? Да. Давай. Сейчас, внимание, очень опасный трюк. Смертельный. Блин, небо красиво. А, он сделал это? Блин, ты сделал это, да? Да, там вода холодная. Блин, вон волосы мокрые какие. Есть полотенце с собой? Мне кажется, трусы промочили. Что делать-то надо, Влад? Просто там встаешь и держишься. Да, и вон мы смотрим на амперметр, типа, вверху. Витя, нет! Не делай этого! О! 50!
делается? Поможет руку подать? Так там целоваться надо, пацаны! Сильнее, короче, сжимаешь. Так вот там, я знаю. Так больно, ну, целуй себя. В том-то прикол, что больно. Мне вообще больно. Нет. Ну, у нас 40 лет наши с тобой дружбы, чувак. Говно мы, а не друзья. Гей! Друг-то не очень-то. На 40 лет только. По мнению какой-то штуки. Электровитамин. Давай. Да ты не сжимаешь, нахуй. Да я сжимаю. Да вообще... Я сжимаю на! Мы с ним лучшие, кстати, друзья. Да. Ну-ка, давай, давай мы с тобой поспорим. Давай это я не беру. Давай, 60! Давай! 60, круто! О, блин! Ну, больно немножко, да, стало. Но зато мы друганы с тобой, оказывается. Ай, не то, что ты. Иди! Ищи барабанщика. Витя это разочаровался немножко, и ну, мы его выгнали. Он как бы плохой друг. Ну вот сейчас на он. На 40 лет всего. Вы мне не друзья. Барян стырил, короче, 10 копеек у мальчика. Мы заставили его вернуть. Грусти! Это же твоя улица. Пацаны сказали, что это моя улица. С чего бы, а? Мы сидим под деревом, играем и замечательно проводим время. Поет на незнакомом языке. Christmas. Dick in the box. Ханука. Dick in the box. Kwanzaa. Dick in the box. Они пели песню вроде. Мы, короче, думали, что здесь какой-то рок-концерт. Но там нам предложили увидеть свет. В конце туннеля. Мы проверяли, там Бога нет. Не, реально нету. Мы в другое место пошли, в Макдональдс. Хорошо, пацаны, поехали. Очень жалко с ним расставаться. Ладно, уж все. Мы еще вернемся. Давайте. Пока.